Радиослушки были. Последний день. Думала, то ли повеситься, то ли поехать. Да-да-да. Знаете что, вот как раз тут тренинг начался на самом деле. Вот тут он и начался. Я так, мы так и подумали. Тут уже было начало. Потому что... Ой, простите, пожалуйста, немножко просто. Потому что вот эти все препятствия, они сегодня вас и как бы вас проверяют, что ли? Закаляют даже в этой штуке. Да-да-да-да, интересно. Так. Доброе утро всем. Давайте начнем наш Zoom. Кто подключится, тот и пускай подключится. В данный момент, каждое утро, кто у нас новичок, мы каждое утро проводим Zoom и, в принципе, находим ответы на все вопросы. Ну и самое главное, поднимаем свой командный дух. Потому что сегодня... Время. Девочки, звук, пожалуйста, дайте я включу. Вот, потому что на сегодняшний день многие спрашивают, как сегодня строить команды, где сегодня брать людей и прочее, прочее, потому что у некоторых нет понимания, насколько сегодня важно быть в команде и каждый день. Поэтому мы решили зумы в 8 утра по Москве проводить со всеми командами, кто сегодня хочет находиться в ресурсном состоянии и такой иметь мощный командный дух, как говорится. Потому что наш бизнес строится только на этом фундаменте. Если вы сегодня это поймете до конца и оцените сегодняшние масштабы, идеи, которые сегодня мы реализуем, то у вас, конечно, команда будет строиться легко и просто. Когда берут вопросы такие, что где брать людей, а вы сегодня должны, по идее, зарядиться этим все идеи сами. Я много раз говорила и буду говорить, что команда строится только с хорошим настроением, с улыбкой. Если у вас сегодня улыбки на лице нет, если сегодняшнее утро проснулись, у вас опять куча проблем, и опять, о, что сегодня делать, и какие там проблемы решать, то у вас никогда команда не построится. Сегодня команда строит только в крутом, классном настроении. Поэтому наша задача с утра – это об этом вспомнить, найти все точки соприкосновения, те ресурсы, которые вам необходимы, активизировать, чтобы у вас настроение было на полном, как бы на высокой высоте, как говорится, да? Вот. И поэтому этот момент, конечно же, я буду каждое утро зацеплять вниманием, но в данный момент мне хочется ответить на вопросы, которые вчера мне написали в личку, чтобы я сегодня на Зуме это все озвучила. Вот смотрите, напишите плюсики в чате. Напишите плюсики в чате, если у вас тоже такой вопрос существует. Значит, многие не понимают, конечно, силу апгрейда в сценарии и не понимают вообще, для чего сняло $100, а потом вдруг $1000. Девчонки, мальчишки, давайте активизируемся. Вам этот вопрос понятен. Если понятен, ставьте плюс. Если не понятен, поставьте минус. Я с удовольствием это все расскажу и покажу, насколько приоритетно сегодня этот механизм имеет место в маркетинге. Поставьте плюсики, поставьте минусики. Я хочу узнать вашу реакцию, чтобы мне сейчас сориентироваться. Для чего нужны апгрейды в бинаре и почему со $100 мы до $1000 доходим? Ой, как приятно мне, что все понимают, что такое прям вообще класс. Виктория, что-то хочешь говорить? Виктория Девятилова, да? Нет. Нет, да? Окей, выключаю этот звук ваш. Еще раз хотите послушать, не помешает. Расскажу. Смотрите, это очень важный, классный момент. Наш механизм в нашем маркетинге нерушимый, очень высокодоходный. И благодаря нашим апгрейдам автоматическим у нас система имеет всегда большую динамику, то есть в математике. Что такое апгрейд? Это покупка того, что вы не купили. У нас сегодня в бинаре, я конкретно про бинар, у нас сегодня в бинаре, смотрите, есть всего лишь, так, где? Вот. Всего лишь 4 пакета. У каждой ячейки есть 4 пакета. Итак, первый пакет у нас $100. Второй пакет – $250. Третий пакет – $500. И $1000 – последний пакет. Я надеюсь, это все видно. Угу.
Итак, значит, разбираем самую главную фишку. $100 – это стартовая как бы такая цена нашей ячейки. По итогу, вообще, вот в честном виде варианте, да, сама ячейка по себе в маркетинге самом стоит $1000. Но эту $1000, возможно, не каждый может себе позволить приобрести, да, в ячейке, этот бизнес-место на такую сумму. То мы сегодня, компания Agile, дает вам в рассрочку через 4 пакета путем апгрейда, приобрести все-таки этот тысячный пакет. Для чего? Для того, чтобы получать 100% из сети, 100% из бинара. Поэтому эта рассрочка сегодня вам дает возможность занять место в шикарное место в бинаре с классным коэффициентом бинарной пары по выплате. И на сегодняшний день у вас есть возможность строить команду и получать от разных команд вознаграждение не только от своей команды, а еще от команды ваших партнеров, где сегодня, допустим, мы не получаем, к примеру, в большой степени, допустим, в тренаре. Мы в тренаре получаем только всего лишь 2 линии, а в бинаре мы получаем до бесконечности. Вот там как раз все команды перемешиваются, и там мы можем без конца и края, без конца, 1 000 000 людей, там 2 000 000 людей, неважно. Все вот эти, все средства, они по маркетингу распределяются всем вверх, начисляются и выплачивается бинарная пара только тогда, когда слева и справа от аккаунта существует оборот. Это сейчас надо понять. Поэтому говорю медленно, не тараторю, как я это умею и люблю. Итак, у нас получается 4 пакета, $100, 250 и 500 и 1000. И мы почему? Со $100 мы не получаем 100% из сети. Мы получаем всего лишь 25% чистыми от бинарной пары. Сейчас объясню, что такое чистыми от бинарной пары. Я думаю, что многие из вас знают, но еще раз, может быть, услышат и еще больше поймут. Повторяю. Получается 25% это, допустим, бинарная пара сегодня составляет 22% от бинарной пары. То есть зашло, допустим, $300 слева, $300 справа, бинарная пара составляет $300. С этих $300 у вас идет 22% начисления на выплату. Но из этих 22%, вот как раз вот эти 25 вы получаете чистыми, а 75% идет на резервацию, апгрейд. То есть апгрейд, как раз вот это волшебное слово апгрейд, давайте быстренько поймемся. Апгрейд у нас будет на $250. То есть вы сами лично не будете эти деньги копить в своем кармане. У вас они будут резервироваться самой системой. С вашего оборота бинарных пар система заберет 75% для того, чтобы не себе заберет, а вам заберет. Они у вас будут на балансе копиться до тех пор, пока не будет разница в $150, от 100 до $250, разница в $150. То есть $150 система накопит благодаря 75% отчислению, ну, резервации. Она накопит $150, и тут же, как только будет $150 накоплено, система в эту же секунду покупает вам, апгрейдит вам ту же самую ячейку, ту же самую, которую вы купили. Это очень крутой механизм. Если вы сегодня это оцените, объемы, масштабы, идею этого автоматического механизма, у вас просто будет взрыв мозгов, когда вы представите себе хотя бы на минуточку, что у вас в команде там 200 тысяч людей. Просто не ваших личных приглашенных, а команда. То есть это на самом деле реальность, настолько быстрая, в ближайшее время вы будете это все видеть, потому что мы работаем ради этого, и нам это интересно строить. Поэтому представьте себе, с этого оборота у вас будет сумасшедшие обороты, даже не с вашей личной работы. Поэтому хотя бы представьте себе. Ну, я просто вам советую, потому что я этим сама часто пользуюсь. Я представляю себе в таких масштабах, что даже мурашки у меня бегут по телу. Потому что это очень полезная техника. Для чего? Для того, чтобы вы осознали, насколько сегодня интересна реальность финансовой возможности, которую мы даем. Это очень крутая возможность, правда? Значит, смотрите. Дальше. Как только $250 приобрелся пакет, у вас система будет далее выплачивать чистыми 50%. Чистыми от бинарной пары. Чем выше пакет, тем вы больше получаете. Естественно, если у вас идет апгрейды, у вас строится команда, кто-то уже есть внизу, и уже кто-то замотивированно тоже проходит апгрейды, тоже строит команду, чтобы получать такие же средства финансового вознаграждения. Итак, вы должны это понимать.
Как только $250 хлопнется, купится пакет, вам 50% уже идет от бинарной пары чистыми, и 50% у вас идет на апгрейд на $500. Итак, смотрим, с 250 до 500 разница всего лишь $250. Как только $250 система зарезервирует благодаря апгрейду, это благодаря шикарный механизм, как только 50% забронируется, как говорится, у вас в эту же секунду, с командного оборота, в эту же секунду покупается пакет 500, та же самая ячейка апгрейдится. Заметьте, у вас их 7, и у каждого, у кого 7 внизу, внизу, у всех вы будете от апгрейдов получать вознаграждение, это чистые живые деньги. Итак, 500 как долларов только хлопнется на той же самой ячейке, то есть покупится, у вас в ту же секунду начинается другая схема. Вы 75% получаете чистыми деньгами, а 25% вы получаете, резервируется на тысячный пакет. Это механизм простющий, да нельзя, всего 4 пакета. И мы смотрим, как только 25, если мы смотрим, ну, если мы понимаем, что $500 уже хлопнуло на автомате, значит, уже команда внутри есть, и уже она работает, у них тоже происходят апгрейды, они строят команды и прочее, прочее, все одинаковая схема у каждой ячейки одна и та же система. Поэтому, как только разница $500 от 500 до 1000, вот эта разница в 500 накопится, благодаря, опять же, механизму апгрейда, вот это 25%, вы опять приобретаете пакет, но автоматически они сами. Получается, как только хлопнет пакет 1000, в эту же секунду все навсегда у вас идет 100% сеть. Это очень круто, потому что с любой бинарной пары, неважно, кто там внизу, чьи люди, твои, ваши, мои, люди людей, если вы сегодня будете на 1000-м пакете, у вас будет сразу все 100% с бинарной пары. Запомните, с бинарной пары. То есть начисляться могут деньги слева, допустим, колбаса расти вниз, да, там команда какая-то, вдруг одна активировалась там конкретно. У вас идет только начисление на баланс, на счетчики, да. Объясню сейчас. Я достеру, наверное, да? Я достеру, покажу другое. Что у каждой ячейки, запомните, неважно, это треугольник там, у ячейки, она вот и в Африке ячейка, как говорится, вот у каждой ячейки есть баланс, он внутренний баланс, мы его всегда можем подать в кабинете. То есть с этого оборота какой-то там идет команда, строится, вот сюда на счетчик идут эти все обороты, на счетчик, это не выплата, это идет начисление. И как только будет слева тоже начисление, с другой стороны начисление, вот здесь как раз и хлопаются бинарные пары. Это очень важно понять, потому что некоторые думают, откуда же деньги в бинаре? Где? Как может быть от одного человека все начисления? Где же столько денег? То есть некоторым кажется вроде как какое-то облако каким-то, да, непонятным, нелогическим. Я объясняю, вот этот момент очень важный. Вы получаете денежка только когда слева и справа от любой ячейки идет оборот зеркальный. Вот тут $300, и тут $300. Все, бинарная пара схлопнулась. Тут 700, бинарная пара хлопнула, 7 бинарных пар, потому что 7 ячеек тут, 7 ячеек тут. Поняли, да? Это мощь, на самом деле, этого механизма, и вы сегодня должны это понять и, естественно, передавать нашим потенциальным партнерам, которые сегодня ищут возможность заработать. Поэтому и сегодня по поводу вот этих всех ячеек, смотрите, наша ячейка каждая апгрейдится естественным путем, да, вот этим автоматическим. У нас их 7, значит, 7 раз апгрейды происходят. И если умножить каждую ячейку на 4 пакета, помните, 4 пакета всего лишь апгрейда есть. Это 100, 250, 500 и 1000. Так вот, каждая ячейка из 7 будет апгрейдиться 4 раза. Получается 28 раз наш партнер, вообще вы все будете получать от любого семиугольника, от одного человека 28 раз вы получите вознаграждение. Если он сегодня двигается вперед, строит команды, у него идут апгрейды, то у него, вам наверху будет 28 раз лететь. Что лететь? Не прямые деньги для выплаты, а денежка для начисления бинарной пары. Это очень круто. Как только слева-справа от любой ячейки будут вот эти все зеркальные суммы, то у вас сразу хлопается вознаграждение прямое, да? А если вы находитесь на тысячном пакете, это вообще просто улет, там денежный дождь, ребята. Там 100% из сети получать, это, конечно,
круто. Вот Ваня Артюшин, ну-ка расскажи мне, ты уже на какой пакет вышел в бинаре? Похвастайся. Всем привет. Спонтанно как-то меня вызвало. У меня сейчас один аккаунт вышел на 250, я получаю 50 на 50. Следующий у меня копится там уже на 500-й пакеты. Круто. То есть, получается, у тебя самый главный уже будет на 500-й, да, уже купится? Да, он у меня уже купится на 500, и другие аккаунты, которые слева 3, у меня сейчас одна нога раскачивается, и на них копится. И как только станет человек в правую ногу, вот внутри, под треугольником, тогда там разом хлопнется пара и сразу перейдет на 500-й пакет. Обалдеть. Ну да, это быстро будет, на самом деле. Чего вот там это... за секунду. Да, там секунды. Дело в том, что сегодня не все еще понимают, что у нас бинар-то пустой. Мы только начали сегодня людям глаза открывать. Многие сегодня вообще партнеры в сети, которые бинары даже знают, они вообще не догоняют вот эту соль. Они не еще... Вот сегодня наша задача, наша работа заключается объяснить. Все. Если вы сегодня поймете сами и будете объяснять, разными путями, пускай вы будете шлифовать. Это тот же самый карандаш, который точится. Вы точите свой карандаш до такой степени, чтобы у вас была прям презентация потом за 3 минуты. Потому что это только в практике можно научиться, только в практике приобрести. Поэтому, если вы сегодня поработаете, а работа заключается в объяснении, и все, и не больше, не меньше. Что такое? Чем мы занимаемся, Джилл? Вообще, чем занимаются MLM-щики вообще все? Они чего-то кому-то объясняют, рассказывают, информируют. Все. И ваша задача сегодня – это понять, внедрять. Не бояться. Нечего здесь бояться. Когда ты понимаешь, когда я знаю от А до Я вот этот всю механизм, как меня можно переубедить в другом, если я знаю 100%, как работает этот механизм? Меня не переубедить в другом. То есть мне не навязать другую точку зрения, что это лохотрон и прочее, прочее. Не навязать. Я знаю, что это не лохотрон. У меня внутри это стержнем стоит. Я прекрасно разобралась в системе. Прекраснейшая. Поэтому, если вы сегодня внутри разберетесь, поймете и будете с таким же стержнем разговаривать с людьми, людей можно убедить на 1 секунду вообще. Раз вот так, и все. И он ваш уже заинтересованный, который хочет тоже денег. Все. Поэтому вы сегодня, пожалуйста, поработайте над своим внутренним, вот этим, может быть, барьером, который сегодня вам мешает идти вперед, вот этот страх. А вдруг вы предлагаете что-то не то. Вот поставьте, пожалуйста, честно, вот минус, да, допустим, есть он у вас внутри, вот барьер, который мешает идти вперед. Вот какие-то сомнения гложут. А может быть, я что-то не понимаю, может, мне тут обдурить хотят. Я буду тоже людей обманывать, а потом попадусь и потеряю всех друзей. Есть у кого-нибудь такие примерно вот в мысли, ну, хотя бы вот в таком ракурсе? Честно, признайтесь, друзья, давайте мы, я не буду вас ругать, я просто хочу с вам помочь, потому что именно это мешает вам идти вперед. Почему сегодня Ваня Артюшина легко с улыбкой двигается вперед? Лилия Сибгатуллина, там, да, вот наши активные партнеры, которые сегодня вообще активно строят команды. Да, потому что разобрались ребята, они знают, а тогда я все. Они знают, как работает механизм. Это 2×2=4. Здесь нету 2×2=5. Мы не придумываем с людей с воздуха цифры. Это математический фундамент, где рассчитано на 8 миллиардов людей. Я понимаю, что мы не все математики, мы не можем прямо так вот детально сами проверить. Но давайте, если у вас есть какие-то возможности, там, я не знаю, кто работает в финансовой системе, бухгалтерия, там, таблицы Excel считают, то вы можете тогда к ним обратиться, пускай они вам помогут, может быть, у вас будет какое-то новое мнение благодаря специалистам в этой области. Все рассчитано, все уже доли поперек перепроверили. И мы, когда открывали систему, мы тоже это все дело... Наши разработчики, когда сделали наш бинар, они все же внедряли, программировали. Естественным образом, это действительно крутая модель. Мы убеждаемся постоянно, что сегодня это та платформа, где можно двигаться без страха. А то, что у вас... у меня муж не понимает и говорит, а вас там только деньги тянут, объясняют ему. Окей, смотрите. Я сейчас очень важную штуку объясню. У меня еще есть 9 минут. Очень главную штуку. Внимание. Мы сегодня вас на работу не взяли, не берем. Вы сегодня не наемные работники компании GL. Это очень большая разница. Вы сегодня здесь бизнесмены, которые вместе с нами строят этот бизнес. И ваша инвестиция найдет вас.
Ваши знания – это ваши знания. Понимаете? Вы сегодня покупаете не нам знания. У нас эти знания в системе есть. Все. Мы их тоже инвестировали сюда. Мы инвестировали этот бизнес в полной мере как организаторы. Это и сайты, и разработки, и развитие, и масштабирование, и материалы, и все, много что чего. Мы сегодня инвестируем время, энергию, деньги. Мы дальше это делаем, продолжаем. А вы сегодня, благодаря тому, что мы как организаторы преподаем вам эту свою систему, вы инвестируете в себя же, чтобы потом еще иметь вознаграждение по партнерской программе, возможность получать большие деньги от командного оборота. И сегодня эту важную вещь вы должны понять. Мы сегодня вас на работу не берем. Нам ваши деньги не нужны. Вам они нужны. Если вы сегодня видите, что бизнес развивается только через вложение чего-то, пока ты не вложишь, не получишь, это называется закон севы и жатвы. Если вы посадили одно зерно, у вас вырастет колосок в земле, земля отдаст вам в 10 раз больше. Да, но вы не получите колосок, если вы туда в землю зерно не посадите. У вас ничего не будет расти. Вот называется, вот вы такой будете фермер сидеть. Я хочу поле с колосьями, пшеницу накосить, хлеба напечь, полмира накормить. А как же вы будете полмира кормить, если вы ничего не посадили? Понятно вам всю фишку? То есть вы сегодня должны осознать, что ваше зерно – это ваше зерно. Это не мое зерно, не Гали Платоновой, это ваше зерно. Мы свое зерно посадили и будем садить дальше и много. Нам это интересно. Поэтому, когда вам муж говорит, брат, сват, жена, там, мама, папа, не верят в вас, вы говорите, это я бизнесмен, я с ними вместе хочу строить бизнес. Я инвестирую деньги не в них, а в себя. Все, вы получаете очень крутые знания, которые стоят гораздо больше, чем сегодня у нас предложено в нашей системе. Вы промониторьте, чтобы у вас было понимание, промониторьте, пожалуйста, сколько сегодня стоят такие тренинги у людей, которые сегодня эту информацию несут людям и тоже делают свой инфобизнес. Потому что наш бизнес именно инфобизнес. И вы сегодня имеете право получать вознаграждение в нашей системе, когда вы приобретаете себе знания, получаете, обрабатываете их и вперед идете дальше, распространяете эту информацию. Поэтому, да, Светлана Светлана, уверенность приходит на автоматическое повторение ежедневного маркетинга, да. Только с практиком, только с практиком. И сегодня я буду каждый день вам напоминать о том, что сегодня вы бизнесмены, и вы садите свои зерна в этой жизни на приумножение. Я много раз это говорила, всегда всем. Я честно сегодня строю бизнес и говорю, что мне ваши деньги не нужны. Мне нужны люди, которые видят идею классную, объединение людей, которым нужно объединиться конкретно на этой крутой платформе и просто жить по-другому, красиво, счастливо, здорово, по-настоящему. Все инструменты для этого есть. И мы, как организаторы, делаем классную внутри как бы платформу для продвижения, для более легкого понимания всех-всех-всех дел. Пока у нас предстарт, нет пока еще того, что мы сегодня внедряем еще. Мы еще не внедрили, мы готовимся к старту, поэтому наш бинар пустой, маркетинг пустой, люди еще ничего не знают. Так информируйте, работайте, это ваша прямая обязанность, это ваша задача как бизнесмена. Итак, 5 минут осталось, давайте, дорогие мои, есть какой-то наутречный вопрос, чтобы день прошел хорошо и классно-прекласно, чтобы вы сегодня уже кого-то заинтересовали и уже кого-то просто завели в систему и от радости дальше, ну, получили, естественно, деньги и пошли бы дальше еще с большими настроениями, как говорится. Неуверенность чувствуют, да, люди чувствуют неуверенность, которая у вас сегодня стоит внутри. Это очень серьезная проблема на самом деле. Чтобы ее не было, нужно срочно разобраться. Вот у кого есть вопросы, давайте разбираться. Еще 5 минут есть, 4 минуты. У нас ровно полчаса каждое утро. Я вас приучаю не молчать, если кто-то хочет быстренько как бы тему поднять какую-нибудь интересную. Давайте, не молчите. У меня есть вопрос. Я прошу прощения за голос немножко, я простудилась. До света, Светлана. У меня есть такой вопрос по поводу того, что есть... Мама, которая мне буквально 2 дня назад написала, ты посмотри, ты до сих пор ничего не поняла, они все едут на Кипр, ты сидишь дома, они все на тебе заработали, и
я как бы, ну, сделала по технике все как надо, да, ей написала, что «Мамочка, я тебя очень люблю, я вижу твою заботу обо мне». В общем, ну, не стала с ней спорить, так скажем, но все равно перед этим был разговор с Юлей Хохловой, мы разговаривали, она мне посоветовала все, что мешает, убирать в черный список, ну, то есть, чтобы вот люди не наблюдали, те, которые, ну, что тебя, ну, как-то вывести из состояния вот этого, да, то есть, это реально очень серьезная работа над собой, чтобы тебя не вышибло из этого состояния. И вот я сижу теперь и думаю, у меня такая дилемма, думаю, может, не маме сказать, что я ее на время в черный список занесу, чтобы она мне даже на мою страницу вглядывала. Как поступить вот тут? Я бы никого в черный список прям конкретно, ну, маму, тем более, не ставила, не знаю я. Ну, просто, ну, вот это мама твоя тренажер, благодари маму, что сегодня мама тебе дает возможность натренировать вот этот дух и безоговорочный. Это же тренажеры, вот вы к этому относитесь как к реальному тренажеру. Ведь мышцы болят на тренажерах. Вот кто ходит в спортзал? Мы же до боли там выжимаем свои мышцы, чтобы они либо росли, либо форму приобрели какую-то новую. Все через боль. Если вам сегодня это неприятно, говорите «благодарю». Я буду на тебе, то есть внутри, мамочка, благодарю тебя, я буду сейчас расти благодаря тебе, потому что я научусь не реагировать. Мы реакцию выбираем, вспоминайте наше занятие. У нас всегда есть возможность выбрать. Мы выбираем одну реакцию, вторую, третью, сами выбираем. Можем вообще не реагировать. Там хоть горохом об стенку. То есть у меня сегодня реакция выработалась, и мне сегодня, я реально, у меня внутри, я не реагирую, мне не хочу. У меня внутри уже автомат поставлен. Если сегодня люди говорят, что там вот заработали деньги там на нас, они заработали деньги на своей информации. Они научились информацию передавать, вот они и заработали. А если вы не научились информацию передавать, вы к себе внутри, что мама говорит? А ты маму послушай и научись на это возражение отвечать, достойно отвечать, как бизнесмен, а не как человек, который в этой жизни боится всего и из своей коробочки вылезти. Это вам возможность, большая возможность вырвануть вперед. Этих людей благодарить надо в своей жизни, что они вообще появляются и вам хейтерят. Потому что только на них вы можете отработать внутренний механизм. Это все строится. Если вы будете строить внутри вот это здание, внутри спокойствия, уверенности, выбора реакции, то есть вот эта нейронная связь, когда будет крепкая, ну, ребята, вы будете способны зарабатывать миллионы. А пока вы не способны с этой реакцией внутри, вы не готовы к миллионам. Здесь много денег, понимаете? И люди, которые зарабатывают деньги, они еще больше таких хейтеров получают в жизни. Ненависти, зависти, злости. Знаете, чтобы человек быть богатым человеком, нужно внутри уравновешенным быть человеком. А люди богатые, они умеют реакцию выбирать. Они знают, на кого реагировать, на кого нет. Все. Все очень просто. Если вы сегодня уже еще ни копейки там не заработали, там, ну, грубо говоря, миллион не заработали, если вы сегодня на маленьком этапе уже ломаете, а что будет дальше? А мы сегодня говорим про дальше. Дальше всех интересней. Дальше все большие деньги. А как вы будете дальше справляться с такими трудностями? А дальше будет лететь, помидоров-то еще больше будут лететь? Дальше вы будут говорить, что вы обманщик? Вы столько людей обманули? У вас тысячи людей в команде? Все, пирамиду настроили, живете на островах. Все будет это, ребята, ждите. Я это пережила в своей жизни. Поэтому, если вы хотите сегодня реально на жизнь смотреть, смотрите на нее реально, как она есть. Да, это есть, мамы такие есть, родственники такие есть, друзья такие есть. Оно всегда будет. Но ваша задача внутри выработать реакцию. Все, от вас больше ничего не требуется. Так, времени уже больше нет, у меня ровно полчаса прошло. Я вас обнимаю, хорошего дня, продуктивного дня. И давайте практиковать, практиковать, практиковать. Только там вы получите большой, классный, необходимый опыт, который вы будете передавать всем. Который вам сегодня всем уже необходим в вашем окружении. И сегодня всем нужны деньги. И всем нужна та информация, которая сегодня заложена в нашем модуле. Прям всем, я серьезно говорю. Попытайтесь донести до всех. Все, всем пока-пока.